Джакузи, камин, небольшой бассейн. Журналисты российского телеканала посетили дом под Фрайбургом, где, по их словам, Алексей Навальный жил после выписки из берлинской больницы и до возвращения в Москву. Первый этаж виллы около 100 квадратных метров. По данным журналистов, двухмесячное проживание в этих апартаментах стоило Навальному около 30 тысяч евро. Именно в этот период готовился фильм про предполагаемый дворец Владимира Путина в Геленджике. В расследовании российского телеканала утверждается, что заказ на съемки пришел из США, а работа стоила Навальному и его сторонникам около миллиона долларов. В понедельник российский МИД не исключил, что спецслужбы Германии помогали Навальному при съемках. Российские дипломаты обратились к немецким коллегам за разъяснениями.